Фасоль это называется чародейка. Почему чародейка? Потому что в ней очень много белка, и она очень вкусна, ну, очень вкусна. И она родится, вот, она красоту делает вот такую, будто бы тут кружево какие-то. И когда ее ешь, то еще хочется есть. Вот такая большая, красивая. Но ее нужно, она южанка. Она у меня из-под Воронежа. Там, конечно, тепло, а у нас немножечко холодно. У ней период вегетации 120 дней. Поэтому приходится ее в парнички садить, ну, с огурцами или где-то, и потом сюда. В этом году я ее посадила прямо сразу же сюда вот. Ну, ничего, немножко задержалась, но ничего, ага, хорошая. Но самое главное, ее нужно в наших условиях, нужно вот эти вот цветы убрать, хоть их и жалко. Убрать их нужно. И тогда здесь начинается быстро наливаться. Вот я еще не обобрала, но уже надо обрывать. Хорошо опыляет пчелки. Вот пчелка как раз летит, она хорошо собирает все, опыляет. И поэтому вот, вот эти вот, те, которые уже не завязались, не надо, хватает их. Что я делаю осенью? Ведь у нас иногда в конце августа начинаются заморозки. И тогда я снимаю со шпалер. Она легко снимается, укладываю, закрываю газетами, и она дозаривается. А потом в сентябре месяце опять хорошая погода. Я ее опять выставляю. И получается, что струки очень хорошие. Ну вот сейчас вот образовались струки. Видите, какие они наливаются? Вот такие. Видно их, да? Вот, вот струки, ага, 5, 6, 7 штук, всякие разные бывают. Вот они висят прямо, вот они висят уже, наливаются. И они через 15 дней мы убираем. Те, которые пожелтели, мы их снимаем. Она не спаржевая, поэтому у нас спаржевая другая вот там есть, называется вигна. У ней длинные вот такие струки спаржевые. Ту можно есть стручки вместе совсем, а можно нет, можно вырастить.